называется иньян. 那它是非常笼统的。Оно смешно с этим понятием. 但是包罗的很广。Но смысл его очень широк. 我把这个目的把它主题把它缩小。Мы должны конкретизировать его, иметь точную цель, куда идти. 开合就是契机。开合имеет отношение к импульсу действия ци. 契机。Откуда происходит действие ци? Мы должны это чувствовать. Это идет из чередования кайфа. 好, 我稍微给各位看一下。Ну, наверное, надо практически посмотреть, как это происходит. 好, 对方是在边, 对不对? 他下来。好, 可以下来, 不要太近。Встаньте подальше, пожалуйста, подальше. 看, 假如契机, 我们一定是呼吸, 对不对? Для нас вот этот ци, как бы, дыхать. Вот я это сделал. Есть? Нужно иметь определенный способ. Здесь у нас коновальное поле. И это коновальное поле как насос. Компрессор. Вот я делаю кайф.